Гермогенов Николай Иванович, заведующий лабораторией зоологических исследований Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук. Генеральный директор фонда по изучению и сохранению стерха и других редких видов животных и мест их обитаний стерх. Научные интересы – фауна и экология птиц, их роль в экосистемах, редкие и исчезающие виды, особо охраняемые природные территории. Доктор биологических наук. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней беседы, уважаемые коллеги, посвящена итогам международного сотрудничества в области изучения и сохранения восточно-сибирской популяции стерха, иногда говорят якутской популяции стерха. Я бы хотел сразу обратить ваше внимание, почему мы говорим о международном сотрудничестве в данном случае. Дело в том, что мигрирующие, перелетные птицы – это обитатели мира, они не знают границ, и их судьба зависит от внимания тех стран, тех территорий, где они пребывают в течение года. Вот, например, стерх, в данном случае восточная или якутская популяция, она гнездится у нас, в Якутии, мигрирует по территории России, в том числе по Якутии, значительная часть пути пролегает, проникает в Северный Китай и улетает на самый юг Китая, бассейн Янцзы. И вот в отношении таких видов перелетных птиц имеются межправительственные конвенции, соглашения, которые прямо говорят об необходимости сохранения перелетных птиц и среды их обитания. В настоящее время сохранился в виде единственной популяции, восточно-сибирской или якутской популяции. Это был некогда процветающий вид, но со временем ареал его съежился, сократился до минимума. И в настоящее время он представлен вот нашей популяцией, обитающей на восточной части азиатского континента. Некогда существовавшая западная популяция, она и сейчас, наверное, хотя и не существует, но представлена единичными особями, может быть, даже парами, обитала в Западной Сибири, в низовьях реки Аби и зимовала в Индии, а потом в Иране. Но вот последние годы, к сожалению, мы не имеем сведений о их пребывании ни в России, ни на местах зимовки. Наша же популяция гнездится на северо-востоке Якутии, в субарктических тундрах, и зимует на юго-востоке Китая в бассейне нижнего течения реки Янцзы, в так называемом заповеднике Пэйнху, это провинция Цзянси. Вид был открыт сравнительно недавно, в 1773 году, известным немецким, российским ученым, натуралистом, путешественником Петром Симоном Палласом. Это известный исследователь юга Якутии и Сибири. Работал он в середине 18 века, путешествовал довольно много по России, оставил очень много сводок. До Палласа еще этих стерхов описали и наблюдали наши российские граждане, почетные граждане Оренбургской губернии по тем временам. Они жили в то же время, что и Паллас. А это отец и сын Рычковы, Петр Иванович Рычков и Николай Петрович Рычков. Николай Петрович Рычков был другом Петра Симона Палласа. И вместе они были в путешествиях по Оренбургской области и сопредельным территориям. Так вот, Рычковы до Палласа еще, они писали о том, что под Оренбургом в бассейне Тоболы встречаются стерхи, так они называли стерхи, путая их с аистами, туркестанскими аистами белыми. Стерх имеет немецкие корни – сторх. Сторх по-немецки – аист. И вот даже путая видовую принадлежность птиц, которых они наблюдали, они, тем не менее, были правы в том, что они видели этих птиц и описали их по бассейну Тобола и под Оренбургом. Палас также сохранил название сторх
И вот до сих пор и в научном мире этот вид называется стерхом, уже немножко переделан. Но а и второе название – это сибирский белый журавль стерх. Вот такова история открытия этого вида. В Якутии впервые стерха наблюдал Карл Рихардович Мак. Это в середине 18 века. Исследуя бассейн Вилюя на одном из озер, где-то на широте 65 градуса, он наблюдал стерха и описал его впервые для Якутии. И вот с этого момента идет, в общем-то, история изучения стерха. Стерхом начали заниматься в Якутии даже не якутские орнитологи в какой-то степени. Они занимались ими, описательным таком экологом в фаунистическом ключе. Это Константин Александрович Воробьев и его сотрудники, Владимир Иванович Перфилев. Прежде всего, это 60-е годы, конец 50-х, 60-е годы. Они посещают тундру. В общем-то, очень хороший по тем временам материал собрали по стерху, оценили его численность, определили примерно, где он гнездится, как строит гнезда, сколько яиц откладывает. Первая международная программа по стерху была связана с так называемой операцией «Стерх», когда Международный фонд охраны журавлей в лице ее основателя, и очень долго он был директором, Джорджа Арчибальда. Джордж Арчибальд совместно с российскими и московскими учеными провели так называемую операцию «Стерх» с целью создания окского питомника журавлей по спасению именно стерха. И в 1978-1980 году они собирали яйца на вертолете в Аллаяховской тундре. Они собрали всего 29 яиц, доставлялись в окский питомник и там инкубировали. Создавалось маточное поголовье. Часть яиц передавалась в Международный фонд охраны журавлей, которые со временем стали тоже уже у себя инкубировать яйца с помощью подросших птиц и передавать в Россию. Таким образом, постепенно накапливалась, так сказать, парковая культура стерхов, которая содержалась в питомниках, заповедниках и так далее. Цель этих питомников было возрождение стерха в местах былого его обитания. Это был первый проект. Он завершился в 80-м году. И в этом году мы ждем продолжения, поскольку очень долго генетический фонд питомника не обновлялся. Решили в этом году собрать некоторое количество яиц для питомника. Второй проект, крупный, уже который проводили мы, это миграция и экология стерха. В нем были задействованы такие международные организации, как Международный фонд охраны журавлей, Служба рыбы и дичи США, научный центр Японского общества диких птиц, Китайский центр кольцевания птиц и так далее. Этот проект под разными названиями продолжался до 2004 года. В 2004 году уже очень крупный проект был заложен Международным фондом охраны журавлей с участием Организации Объединенных Наций. Это высокого статуса проект был. Он назывался «Совершенствование путей миграции стерха и других глобально значимых видов птиц в Азии». Следующий проект, который сейчас у нас мы имеем, это проект очень долгосрочный. Он был заключен между Международным фондом охраны журавлей, дирекцией биологических ресурсов Министерства охраны природных ресурсов нашей республики, фондом «Стерх», который я возглавляю, который был создан в 2009 году. В этом году 10 лет ему исполняется. Проект назывался «Программа сохранения восточно-сибирской популяции стерха». Вот эти вот крупные проекты, которые были направлены для того, чтобы сохранить нашу якутскую популяцию стерха, от судьбы которой, в общем-то, зависит судьба вида. Есть надежда все-таки восстановить вид хотя бы в той части ареала, где он существовал в 70-е и 60-е годы. И в пределах этого основного ареала находятся три очага основного воспроизводства. Это Хромский, это примерно низовье, бассейн нижнего течения Хромы. Это
индигирский, фактически это получается левобережная индигирка, и алазийский очаг. Вот три очага, где птиц, плотность птиц очень высокая, и где в основном-то воспроизводство происходит данного вида. Впоследствии были уточнены места обитания стерха в тайге. Оказалось, что стерх в тех местах, где он якобы встречался только в летнее время, стало известно, что он стал гнездиться. То есть он возобновил гнездование, то ли он не прерывал его, потому что в 60-х годах было известно, что, например, на территории Среднеколымского и Верхнеколымского района стерх гнездился. Данные были Кривошапкина, данные были Яхонтова, местного краеведа, жителя. В 16-м году с Джорджем Арчибальдом и с его спонсором Джимми Гэмблом нам позволил сделать такие небольшие открытия о том, что в Среднеколымском районе, в зоне тайги, стерх по-прежнему гнездится, причем на тех же местах, где его наблюдали в 60-е годы. Тот же участок пара занимала. Это было удивительно, конечно. Но в Абыйском районе, к сожалению, мы не нашли тех местах, где упоминали его о том, что он там в конце 70-х годов гнездился. Это озеро есть, это все окружение имеется, но стерхов нет. В Жиганском районе мы нашли стерхов. Они там отмечались в конце 90-х годов, но и сейчас они есть, и вероятно, гнездятся. Немного, но есть. Вот такие были открытия, сделаны последние годы, вот уже в этом столетии. Общая география миграции, она и в 70-е, и 80-е, и 90-е годы охватывала всю Якутию, но стерх был малочислен, и поэтому информации было очень мало. Сейчас состояние в корне изменилось, и его можно встретить даже под Якутском. Было установлено, что стерхи занимают постоянные участки, независимо от того, размножается эта пара в этом году или нет. А вы знаете, что в тундре птицы гнездятся в условиях очень непредсказуемой по годам и сезонно неустойчивой погоде. Год на год не походит. Бывает череда похожих лет, а потом идет череда совершенно других. Бывает ранняя весна, бывает очень поздняя весна. Очень многие птицы гибнут весной по прилете. Многие не могут размножаться, потому что наступает холода, выпадает снег. Часть, которые отложили яйца, теряют эти яйца и так далее. То есть стерх тоже подвержен этой динамике, зависимости. И вот если мы выяснили, что гнездовой участок он занимает, но это не значит, что он успешно в этом году загнездится на нем. В среднем территория, которую он занимает, которую он охраняет, это 10 квадратных километров. Это 2 на 5 километров. Обычно это приозерные или приозерные низменности обводненные, либо межозерные понижения, мелководные, также обводненные, качкарниковые и так далее. Так называемая зеленка, когда в тундре в июне бываешь, когда сошел снег, видно, что это зеленая полоса мелководья с травой. И вот там качка бывает. И вот на кочках он строит гнезда. На сухом месте никогда не строит гнезда, в отличие от другого тундрового вида, канадского журавля, который в сухой тундре гнездится тут же, но чуть-чуть повыше терраса. И он может рядом находиться, но это уже терраса более высокая, сухая, качкарниковая тундра. В тундре они появляются где-то в середине мая, 20-х числах мая, улетают где-то в конце сентября, начале октября, как снег выпадет. Это дальний мигрант стерх, преодолевает почти более 5000 километров. Это очень большое расстояние. Причем летят они почти, если начинают у нас миграцию, они в сентябре, в середине, то в ноябре только они прилетают на места зимовки, в Китай. Вот какие мы практические результаты получили в результате международных исследований и охраны, в общем-то говоря. Во-первых, был создан окский питомник журавлей, который функционирует успешно, пытается восстановить западную популяцию, но, к сожалению, не все получается. Вы слышали, наверное, Путин участвовал даже в проекте «Полет надежды». Он делал проводку молодых стерхов из питомника. Сам летал.
Но, к сожалению, пока не получается, но будем надеяться. Для этого нужно здоровое племя, и в этих целях в этом году приедут и будут брать яйца, чтобы, так сказать, омолодить, обогатить, оздоровить генофонд местных птиц, которые содержатся в питомнике. Была создана нами, я имею в виду природоохранными органами, научными органами, видовая сеть охраны стерха, которая включает более 20 ключевых для стерха мест обитания. Была создана система мониторинга. Причем мониторинг ведется нами не только в области гнездования, а я уже говорил, в местах миграции. И не только на Среднем Алдане, ведется и по Индигирке, в Абыйском районе, на Яне, на Индигирке, в Верховьях. На местах пролета интенсивно и местах остановок. Все-таки останавливается 2-3 дня. В Усть-Майском районе на весеннем пролете были сделаны снимки нашими сотрудниками и местными инспекторами. Кормящиеся стерхи, среди которых ходит пара черных журавлей, а сзади 2 или 3 лося стоят. Вот это вот такая идиллия весенняя, но умиротворяющая очень. И снимок очень был высоко оценен, какой-то приз получил егерь за этот снимок. Вот. Все-таки они останавливаются 1, 2, 3, могут остановиться, потому что у нас мест достаточно много, люди относятся с пониманием, собственно говоря, поэтому проблем в этом плане нет. У нас имеется 2 подхода. Первый подход – это численность на местах модельной площадки гнездящихся птиц и на модельной территории, на большой, в индигирской тундре. И второе – это учеты на местах зимовки. На местах зимовки численность колеблется от 4 до 4,5 тысяч по сравнению с 300, 500, 700 особями, о которых говорили в 60-х, 70-х годах. Это почти на порядок в любом случае выросло. Вот. Почему она выросла, это отдельный разговор, но я могу предположить, что рост стал наблюдаться в численности, он шел медленно. Он, во-первых, шел медленно, а потом был рывок, такой скачок в 90-е годы, после того, как исчезла очень крупная, практически исчезла, ее сейчас нет, яно-индигирская популяция дикого северного оленя. Она насчитывала в свое время 120 тысяч голов и кормила 4-5 районов. Она лето проводила в тундре, там и рожала, телята появлялись, а потом мигрировала в тайгу, в горы, Верхояне, Абы и так далее. Вот все сопредельные районы, все они кормились. Но в итоге перепромысла этой популяции исчезла. Ну и, видимо, климатические какие-то негативные события повлияли. Были очень большие паводки, наводнения и так далее. Но, тем не менее, мы заметили, что стало меньше, практически не стало оленя, стало больше стерха и других птиц, лебеди особенно тундрового, крикуна больше стало, который в тундре не гнездится, но в северной тайге имеется. Олень вообще влияет негативно, прежде всего, не в плане того, что он поедает что-то там, да? Хотя он ест мышей, мелких птиц ест. Ему этой маленького стершонка проглотить. Но он, были стада, я вот наблюдал в 90-е годы, тысячные стада бегут, они вытаптывают, там земля вся бывает истоптана, вся трава ложится, и все, что там было, там погибает в принципе. Потому что утки, гуси, если попадают под копыта, ну это несется тысячное стадо оленей, особенно во время охоты, когда их пугают и так далее, они мечутся по тундре. Учеты, когда проводят самолеты, вертолеты, они бегут прямо, сломя голову. И если попадает гнездо, а их много гнездовье, то они просто вытаптывают. Потом оленеводство было развито. До 28 тысяч оленей имелось, мы имели в Алайском районе. Сейчас тысячи нету. Это тоже положительно повлияло на стерха, потому что если раньше было 3-4 стада, из них два основных стада паслось на левобережье Индигирки. Что такое стадо? Это несколько тысяч голов каждое, крупные стада. Это люди, оленеводы, это несколько лошадей на стадо. Они на лошадях в основном передвигались
это собаки. И вот это вот стадо тоже идет, все под собой уничтожает. Собаки всю живность уничтожают. Вот такие негативные последствия сдерживали рост численности стерхов. В настоящий момент этих факторов нет. В настоящее время численность уже так стабилизировалась на уровне 4-4,5 тысяч голов. Эта численность считается критической, и стерх входит в пятерку редких исчезающих видов журавлей мира. На этом лекция моя закончилась. Я надеюсь, что я довел до вас все данные, вы их освоили о современном состоянии восточно-сибирской и якутской популяции стерха. А сейчас я готов ответить на ваши вопросы. На какое расстояние может подпускать стерх, если я хочу его сфотографировать? Дело в том, что фотографировать можно лишь имея специальное разрешение или же работая в составе группы ученых, которые имеют специальное на то разрешение. Дистанция спугивания стерха на местах зимовки где-то километр, 800 метров. То есть птица настораживается, табун одиночный или табун, стая вытягивает шею, и при дальнейшем приближении она взлетает. В тундре на местах гнездования пара, например, подпускает ночью человека на расстоянии 500-600 метров. И если идти аккуратно, например, держа в поводу лошадь, спокойно проходить мимо ночью, самка может не встать, и самец тоже может стоять рядом и не двигаться. Одно о днем, если птенец, и тем более есть, они где-то 800 метров, они уже начинают уходить, потом самец, как правило, начинает сближаться с опасностью, то есть с человеком, начинает угрожать. Это выводковый период, когда у них птенец. А самка прячет птенца в это время, дальше уходит и прячет птенца. Период насиживания человека, они подпускают на гнездовой участок, а потом самец подлетает на 200 метров. Ну, он уже тебя знает, естественно. Все стерхи, с которыми мы работали, они все нас прекрасно знали наш лагерь. Ночью они делали обход лагеря, заглядывали там, куда можно заглянуть. И если мы давали им кормежку, там специальную подкормку, они там кормились. И вот когда ты идешь, мы знали, что он прекрасно тебя знает. И он подлетает тебе на 200 метров, начинает позу угрозы демонстрировать. Расправляет крылья, и чем старше стерх, тем больше у него черного, и это ему кажется, что должно напугать. Других пугает, но чем шире он раздвинет крылья, тем, значит, это, по его мнению, чем страшнее. Но вот если стоишь, он так и демонстрирует, 200 метров рядом. То есть можно снимать в это время. Но если шевельнулся маленько так, он уже отлетает, убегает. Потом остановился, он опять начинает приближаться, отпугивать, выгонять с участка. Вот такие демонстрационные поведения он показывает по отношению к человеку. Врагов нет у него в природе, в принципе, кроме медведя и волка. В тундре их довольно мало. Заходят, мало. Вот. Писец, писца не подпускает на несколько метров к гнезду. Вот в гнезду сидят, с любопытством смотрят. Он подбегает там на 4-5 метров. И тут самка встает, подлетает самец, который находится метров 100-150 в сторонке. И вот они этого несчастного песца начинают долбить, пока он с участка не выгонят. То есть они убить могут, если попадут удачно. Оленя одиночного они тоже не боятся. Они вплотную подпускают одиночного оленя. Самец выходит навстречу, начинает расправлять крылья и издавать такие утробные звуки, гурчащие. И олень боится. Когда звук появляется, вот такой утробный звук, какой-то горловой такой, он убегает. Он вначале реагирует, видит что-то белое. Из любопытства подбегает. А потом, когда начинается вот эта вот демонстрация оперения, голоса, голосовое отпугивание, он интерес то ли теряет, то ли действительно боится, он шарахается и убегает. По какому принципу формируется стая у стерхов и есть ли у них вожак? Во время визуальных наблюдений наши сотрудники, я больших стай не видел, но мои коллеги, мои сотрудники, они видели стаи за 100 и более птиц на осеннем пролете.
Вот. Откуда вот такие стаи? Бывает вот так 100 летит, сзади 50 летит след, еще 50, вот такие большие скопления. По нашему мнению, эти скопления формируются в местах транзитных остановок, вот на ночевку. Они ночью обычно не летят, стерки, хотя в последнее время установлено, что они и ночью могут лететь, когда прижмет. А так они останавливаются на ночь. И вот места, где излюбленные есть места остановок, там, вероятно, скапливаются большие табуны. И вот утром на рассвете, когда начинается перелет, вот этот косяк весь поднимается, и мы видим, вот где-то через 50 километров он летит, не рассыпается, ну, уже начинает рассыпаться там по 50, по 100 штук, ну, вот максимум 100 штук. Вот механизм формирования стаи вот таков. На местах транзитных остановок, очень удобных, излюбленных местах остановок. А если вожак, ну, там, в принципе, они летят самым разным образом, я имею в виду форму, клин может быть и клином, и, так сказать, и в линейку идти, и цепочкой всевозможные. Конечно, впереди и летят сильные особи, которые знают маршрут. По сравнению с другими видами птиц, настолько стерхи считаются интеллектуальными животными? С моей точки зрения, если говорить, это, конечно, субъективный подход. Я не связан ни с психологией, ни с психологией животных. Есть такие дисциплины, там наверняка знают точно, могут дать оценку, так сказать, интеллектуальному уровню того или иного животного, особи. Но я просто знаю, что стерх, многолетне общаясь с тобой, он тебя персонально знает, знает хорошо место, где он обитает. Он знает уже твои повадки. Если ты идешь на гнездовой участок, он тебя обязательно встретит. Если бы он не знал, он бы не пошел пугать. Он знает, что тебя можно пугать, ты не опасен. Он может приблизиться к дому, посмотреть, поесть выложенную еду. То есть он соображает, он знает уже, что ты не опасен. Вот, вот, например, для проведения съемок существует такая методика. Чтобы снять максимально стерха на гнезде на максимально близком расстоянии, а это 50 метров, положим, да, надо действовать следующим образом. Это в течение недели, а то и больше, начиная с дистанции там 300-400 метров, ставят палатку, проводят, причем человека 4-5 идут, ставят палатку в начале, ну, там 500 метров, положим. Через 3 дня они на 100 метров поближе ставят, потом через 4, там еще сколько дней проходит, еще ближе, чтобы стерх привык к этой палатке. И потом в итоге получается, что приближается на 100 метров и ближе даже, может быть, в зависимости от пары, от ее толерантности, терпимости. Но всегда должно быть больше 3 человек. Чем больше, тем лучше. Потому что на последней стадии фотограф должен остаться там, который снимает, или наблюдатель. То если один придет и один залезет в палатку и будет наблюдать, стерх не подойдет к гнезду. Если 2 придут человека, один останется в палатке, один уйдет, он тоже не подойдет к гнезду. То есть он до 3, по крайней мере, он считать умеет. Вот надо 4-5 человек. Тогда он путается. Когда люди уходят, там 3-4 человека уходят, один остается в палатке, он уже не боится, он садится на гнезду. То есть у него есть определенный уровень интеллекта, и считать умеет, и узнавать может. Влияет ли глобальное потепление на жизнь этих птиц? Потепление идет за счет в основном зимних температур. Зима становится теплее, лето, я бы не сказал, что жарче, может даже прохладнее, будет дождливее, может быть даже. Но в итоге в годовом балансе получается так, что сумма температур, значит, растет. Не намного, но растет. Это сказывается на таких параметрах, как вегетационный период. Я уже говорил вам, что читал мнение специалистов, что на широте Якутска вегетационный период увеличился на неделю и больше. По птицам мы можем говорить совершенно точно. По отношению к стерху там проблема может состоять в чем? Оттайка почвы грунтов. А вы знаете, что в тундре 95% грунтов – это напичкано льдом. Вот земля Санникова, слышали, да? Была она, не была. Вот остров растаял и исчез. Это реальность, в принципе, реально. Вот.
И поэтому такие явления, как потепление почвы, влияют на оттайку грунта. Причем потепление почвы, связанное с волнобоем, усилением ветров, в ту сторону, куда ветер бьет, там идет оттайка почвы. И получается так, что озера переливаются. Стерх гнездится в местах довольно высоких, 18 метров над уровнем моря он занимает такое вот положение, где половодье их не достигает. То есть индигирка разливается, но она не заливает его место обитания. А тут получается так, что находясь рядом с большими озерами, он подвергается опасности потерять озера. Озера могут вытечь, просто вытечь. В Колымской группе районов практиковалось, и до недавнего времени практиковалось, спуск озер. И даже на Вилюе практиковали, чтобы получить хорошие покосы, получить плодородные земли. На Колыме то же самое делалось. Но вот в связи с потеплением климата и оттайкой почвы грунтов, самоспуск увеличился озер в тундре. И некогда большие озера исчезли. Если брать карты 50-го года, топокарты, там имеются озера, которых сейчас нет. И я сам попал вот в такую ситуацию, когда на топокартах более свежих оказалось так, что я искал озера, которых сейчас нет, или они есть на 20-30%, это в Среднеколымском районе. То есть был самоспуск, они сами ушли. Это в результате потепления климата. У нас несколько лет назад ходил товарищ со стерхом. Он как вместо домашнего животного. И вот как удается так приручить стерха? Это первый вопрос. И второй вопрос такой коротенький. А на какую высоту поднимаются стерхи, когда летят? Во-первых, содержание отлов, содержание таких видов, особенно краснокнижных видов, мы говорим так сокращенно, редких исчезающих, особенно мирового уровня, которые занесены в красные листы Международного союза охраны природы, это требуется специальное разрешение. Но бывают ситуации критические, надо спасать животное. И вот у Яндина, об этом птице, видимо, идет речь, она была поймана в октябре по реке Уяндина в Абыйском районе. Она уже не летала, но вот благодаря тому, что ее отловили, привезли, она выжила. Выжила. И таких случаев довольно много. Были в свое время птицы, пойманные с дефектами всевозможными, кому-то подстрелили крыло и так далее. И каждый раз, в общем-то, все заканчивалось благополучно, но после этого оформляли всевозможные документы. Масса документов, чтобы оформить технически грамотно это все сделать. И на какую высоту поднимаются стерхи? Ну, я не думаю, что они большие летуны, в отличие от красавок. Потому что стерху не приходится преодолевать высокие горы. А вот красавка, она, положим, летит через Гималаи, и там уже 5 тысяч, 6 тысяч. Таи вот этих красавок, это самый мелкий журавль, настоящий журавль. Вот, они ловят восходящие потоки воздуха, и вот поднимаются вначале вот на высоту определенно, а потом планируют и уходят в горы, чтобы преодолеть там. У стерха такой проблемы нет, а для того говорить о том, что птицы вообще до 10 тысяч и даже выше, наверное, могут пролетать, достигать высоты. На большой высоте могут мигрировать. Ну, преимущество, я не думаю, что у стерха большие, если он будет забираться на такие большие высоты и лететь. Ему нет надобности. Он достаточно легко преодолевает 5000 километров. То, что мы наблюдаем, это обычно в районе 200, ну, максимум 300 метров высоты. Вот то, что мы фиксируем. Правда ли то, что при вылуплении из яйца один из птенцов погибает? То, что погибает, это точно. Но на какой стадии в отношении стерха мы сказать не можем. Питомники журавлей, которым Международный фонд охраны журавлей располагает, там на примере американского белого журавля было показано, что там они гнездятся и тут же за ними наблюдают. Было показано, что вылупившиеся птенцы очень агрессивны по отношению друг к другу. Это у американского белого журавля. И они выясняют отношения уже на ранней стадии и могут забить друг друга.
Вот. По отношению к стерхам мы такого сказать не можем. Нет, мы не видим большого смысла, потому что это питомники наблюдали. В природе никто не наблюдал. 50% кладок где-то, грубо говоря, это два яйца. Зачем птицы два яйца откладывать, столько энергии тратить, чтобы там один второго забил? Вот. Тоже биологического смысла большого нет. Но птенец гибнет в любом случае. Скорее всего, наверное, ну, по другим причинам, не из-за агрессивности. Что такое птенец? Он с кулачок появляется, чуть меньше даже, ну, с яйцом. Яйцо вот таких размеров. Вот он вылупился, первые часы, день кормят на гнезде родителя, а со второго, третьего дня он пошел, выходит из гнезда и начинает уже ходить, там где-то клевать. Там 5-6 дней он уже пошел дальше, но всегда возвращается обратно в гнездо. И вот родители, два родителя, они ухаживают за ним. Он идет за матерью, мать, если вот так вот идет, кормится, ищет корм, то он идет напрямую, так вот срезает, и она его кормит. Самец откуда-то со стороны подлетает, тоже кормит. Вот. То есть заботиться надо очень тщательно. Он в это время очень, ну, в тундре, холодно, ветер, ну, что там, снег может быть в начале июля, все что угодно. Дожди пойдут недельные. Сухое гнездо должно быть. То есть вероятность гибели очень большая. И если положим, ну, грубо говоря, 50% кладок состоят из двух яиц, то выводки, которые имеют двух птенцов, их всего 3%. Вот это, и то они наблюдались до 90-го года. Говорят, тот, кто видит танец стерхов, обретает счастье. Николай Иванович, вы счастливый человек? То, что счастливый человек, конечно, я думаю, что я счастливый человек, потому что эти вот 25-30 лет прошли, что я занимаюсь птицами давно, с 70-х годов, но вот те 25-30 лет, что я стерхом занимаюсь, пролетели как один день, и уже мои ученики подошли к пенсионному возрасту, и кандидаты в том числе. Вот самый один из молодых, Михаил Иванович, сидит. Я думаю, есть люди, которые продолжат мое дело. А у меня два правнука, так что я думаю, что я счастливый человек. На этом наша беседа завершилась. Спасибо вам за внимание. Всего самого вам наилучшего.